Добрый день, дорогие лидеры и консультанты Faberlic, уважаемые коллеги. Скорость, с которой у нас появляются новинки, это, конечно, ноу-хау нашей компании и предмет зависти всех наших конкурентов. Наконец-то лето в разгаре, нам жарко, мы показываем потрясающие продукты Smart. И я хочу немножечко охладить ваш пыл, потому что мы смотрим будущее, на дворе жара, а у нас уже осень. И сегодня я вам покажу коллекцию, которую мы выпускаем в 12-м каталоге, потому что она уже готова, она уже едет к вам, чтобы радовать вас, дорогие консультанты. И я сейчас вам покажу капсулу, которую мы открываем, 12-й каталог, и она называется «Осень Smart», и она действительно про уникальные ткани. Я приглашаю на этот подиум нашу первую модель «Майя». Обратите внимание, что выглядит этот образ очень по-деловому, как будто это дорогостоящая ткань костюмная. Укороченный жакет-бомбер свободного силуэта, брюки прямого силуэта. И выглядит это безукоризненно. А на самом-то деле это не текстильная ткань, которая сковывает движение. Наоборот, это трикотаж, который очень хорошо тянется, потому что эта ткань сделана из вискозы с большим количеством эластана. Ну а выглядит она действительно как первоклассная ткань из костюмного гардероба. В комплект к этому костюму мы добавили водолазку. Вязки, которую мы в обиходе называем лапша, на самом деле это рибовая вязка. И сделана тоже из вискозного составного материала. Напоминаю, что мы с вами делаем вещи только из высококачественных материалов, где основы составляют хлопок и вискоза. Но сегодня даже будет еще и шерсть. Итак, костюм выглядит достойно. Майя, ты можешь сделать небольшой поворот, покажи, как это идеально сидит. Вещь must-have, обязательное в гардеробе каждой девушки. Спасибо, Майя, ты можешь остаться с нами. Продолжаем развитие темы. Естественно, мы сделали юбку-карандаш из этого же трикотажа. Ну, выглядит действительно как костюмная шерсть. И тут я хочу сделать акцент на компетенции в нашей модной коллекции. Мы всегда делаем потрясающий вязаный трикотаж. Есть такой термин китлеванный, то есть он не сшит, он связан в специальных машинах, дорогостоящее оборудование, потрясающие материалы, выглядит, видите, с таким благородным матовым отблеском. Это поло с V-образным вырезом, сложной воротничок, яркий кобальтовый цвет. Посмотрите, какая идеальная комбинация, ярко-синий с серым в тонкую полоску. И очень важный момент. Что важно в моде? Комбинаторность. Все, что вы видите сегодня на ногах наших изумительных девушек, это обувь из наших коллекций текущих. У нас все друг с другом сочетается. Вещи из весенней-летней коллекции идеально сочетаются с осенней. Спасибо, дорогая София, ты можешь со мной не расставаться. Я приглашаю Ивану. У нас сегодня такие потрясающие имена. Просто цветник декоративных растений. На Иване обязательная вещь в гардеробе каждой девушки – это платье полуприлегающего силуэта, длина пропорции до колена, классическая вещь. И то, что сейчас очень модно – глубокий вырез, модное слово такое «скуп», но на самом деле это большой глубокий вырез декольте. Очень лаконичная, простая вещь. Рукав 3/4. И опять же, напоминаю, это трикотаж. Тянется просто удивительная вещь. Я сам счастлив, что нам удалось такие ткани для вас использовать. Их будет очень много в разных капсулах. Ивана, спасибо большое. София у нас идет на смену ансамбля. И давайте посмотрим, как это выглядит на девушке элегантного размера. Моя любимая Полина. На Полине та же самая юбка-карандаш из трикотажного материала и вязаная поло с V-образным вырезом. Ну, конечно же, безупречный кобальтовый синий цвет, серый в полоску, вот эти каблуки. Ну, мне очень нравится. Вроде бы это спокойный такой урбанистичный городской образ, но с другой стороны это очень подчеркивает блеск твоих глаз, Полина. Спасибо большое. А теперь на сцену выходит София в шубе. Но мы же должны радовать девушек. И у нас сегодня шуба. Шуба из очень модной текстуры.
это, естественно, не натуральный мех. Ну, представьте себе, сколько бы это стоило, но выглядит это очень эффектно. У него свободный силуэт, английский отложной воротник с лацканом, подкладка из вискозы и, ну, карманы, все, что положено. Застежка на крючки, вы можете носить ее как с деловым ансамблем, как мы видим, с юбкой-карандаш и вязаным поло. С сапогами можно этот образ показывать и более смело. Мы его увидим в стиле стритвир. Итак, это образ смарт, капсула смарт, основанная на высокотехнологичных тканях с большим количеством эластана, что их делает очень удобными, практичными. И, конечно, на основе вискозы. У нас материалы все высокого качества. Спасибо, София. Ты прекрасна. А теперь на подиуме Иванна. Здесь я хочу показать, как идеально сочетаются вещи из новой коллекции с нашей базовой и масхевной линейкой. Ну, базовой в смысле, что она у нас всегда и ключевая в продажах. Это деним удивительного силуэта банана, актуальный силуэт, который у нас хит продаж. У нас прекрасные продажи денима. Будем развивать эту тему. И посмотрите, рубашка с модной детализацией, наполненной немножко на плече. Рукав объемный, широкий манжет. Воротничок, мой любимый фирменный Питер Пен в романтическом стиле. Рубашка сделана, как всегда, из натурального хлопка. Мы добавляем туда специальный эластан, чтобы она тянулась. Опять же, стричевые практичные ткани, которые удобные в носке, возвращают форму. А вот теперь на сцене появляется удивительный аксессуар. Мы добавляем кружевной воротник на завязке, и у нас блузка становится ультрамодной, экстравагантной вещью, которую вы можете увидеть в коллекциях показов всех ведущих домов и модных брендов. Каким является Faberlic? Я делаю для вас, мои дорогие, все самое лучшее, все самое модное, все самое актуальное. Посмотрите, маленькая деталь, создает совершенно другой образ. Что-то такое ретро-кокетливое, романтичное. А сейчас я хочу продемонстрировать еще раз платье, на которое я делаю акцент. Майя, спасибо. И к нам присоединяется Полина в том же самом деловом платье, прилегающий силуэт. Посмотрите, как идеально сидит. Посадка потрясающая. Это уже элегантный силуэт, но комфортная ткань с большим количеством эластана, с вискозой, создает возможность вот выглядеть так. Я прям вот, видишь, не могу удержаться, и хочется тебя просто приобнять. Иванна, спасибо. И к нам присоединяется Майя. Мой любимый образ. Как вы знаете, романтика – это ключевое ДНК, ключевая концепция в женском гардеробе, вообще в женской моде. Что такое романтический силуэт? Это силуэт с акцентом на талию, с объемной юбкой. Тот самый New Look силуэт, который придуман Диором в 49-м году, и мы его плодотворно используем для создания самых красивых образов для самых красивых девушек. Простая футболка свободного силуэта заправляется в юбку. Из нашей этой летней коллекции, это хит продаж, наш идеальный денимный ассортимент. Юбка широкого трапециевидного силуэта, карманы. Мы видим, как Майя их использует. С ботинками на массивной подошве. Это самый модный, актуальный тренд в обуви. Выглядит очень просто, лаконично, но в то же время чувственно. Спасибо большое. А сейчас София. Давайте я воспользуюсь случаем. Продемонстрируем трикотаж. Сейчас мы покажем, как это пальто выглядит уже не в классическом образе, а в образе стритвир. Стритвир – одно из самых модных направлений в моде. Ну, а слово «уличная мода» – самое актуальное, динамичное, основанное на сочетании джинсы и спорта. Как мы здесь видим, футболка, декорированная модной авторской подписью. Наши джинсы хит продаж, я их настойчиво вам рекомендую. И представьте себе, мы сюда добавляем это пальто. И классический образ становится, ну, прямо почти что хипстерским. Самая модная девчонка в нашем городе. Ну и напоминаю, что у нас потрясающая линия аксессуаров. Шляпа из нейлона с легким оттенком муаровым. Прекрасная ткань. Белые кроссовки тоже из нашей коллекции. Очень рафинированно, два акцентных цвета, белый, синий, и черные аксессуары и надпись. Очень мне нравится. Ну что же, спасибо большое, Полина. А я приглашаю на подиум Софию, чтобы продолжить тему стритвира.
мы предлагаем кейп, такое модное слово, на самом деле пончо со симметричным воротником, который можно застегнуть. И будет у вас высокий воротник стойка, если у вас холодная погода. У него отлитные детали, которые можно положить асимметрично, в зависимости, как вам удобно, можно симметрично. Он утепленный, тоже сделан из этого моднейшего нейлона, как и шляпа. Вот я, можно, моя дорогая Иваночка, у тебя позаимствую? И создам этот уличный, хулиганистый, задиристый образ. Посмотрите, с простой лаконичной юбкой, да, и так тоже можно носить. Главное, тут, конечно, сапоги тоже из нашей коллекции. Ну что же, спасибо большое. А я хочу пригласить на подиум Полину. Давайте посмотрим, как пальто выглядит в сочетании с классической юбкой и кардиганом. В образе, который мы видим на Полине, я хочу продемонстрировать, как потрясающе сочетаются три базовых оттенка осенней коллекции. Это, конечно же, синий в этой шубе, серый в юбке из уникального смарт-трикотажа и ноу-хау, которое, ну, просто потрясающе в носке. Я тоже себе в таком же духе заказал вещи. Это кардиган. Вообще, трикотаж – это наша компетенция. Можно я покажу? Кардиган из вискозного смесового материала. Самая модная пропорция – короткая длина и прямой силуэт. У нас еще есть такой джемпер. У нас кардиганы джемпера есть в молочном, черном и, конечно же, в бежевом базовом цвете. Ну что же, это была первая капсула Smart из 12-го каталога «Осень». Представляете, мы уже впереди планеты всей. Спасибо, девушки. Вы можете идти переодеваться. Мы продолжаем наш показ. И я приглашаю на подиум нашу первую модель София. И это, посмотрите, ткань, как будто это тот самый знаменитый костюм Шанел. Но на самом деле это опять смарт-трикотаж. Он тянется во все стороны, в нем комфортно, можно двигаться очень активно, и при этом ткань возвращает свою физическую форму. В ней комфортно, удобно, потому что это эластан. И, конечно, это все на основе вискозы. Жакет свободной формы, объемный, объемные рукава. Застежка на пуговице с эмалью. И обратите внимание, супермодная юбка. Мы ее еще увидим в разных комбинациях. Юбка 3/4 с разрезом сбоку. Можно носить с нашими любимыми сапогами, с ботинками на массивной подошве или с кроссовками. Выглядит все очень эффектно. Очень современный объемный образ. Кстати, он по силуэту напоминает, точнее, копирую тот самый наш хитовый джинсовый жакет из весенне-летней коллекции. Спасибо, дорогая моя София. Продолжая тему ансамбль из этой же ткани, нам демонстрирует Иванна. И это уже сарафан. Ну как без сарафана? Сарафан с прилегающим лифом и с немножко клешенной юбкой. Ткань тянется, поэтому садиться на фигуру можно не бояться, но не забывайте заказать свой размер. Каре-вырез – самый модный тренд сезона, и у нас в весенне-летней коллекции тоже было очень много вещей с вырезом каре. Но на самом деле смелая девушка может надеть его и просто без ничего, просто на голое тело, нитку жемчуга, и вы будете покорительницей сердец. Сейчас на Иване ботинки из нашей коллекции. Это создает такой острый, немножко эклектичный стритвир, такой уличный образ на молодежный. Спасибо, Ивана. И продолжает показ Майя в романтичном силуэте. Тебе сегодня достаются романтичные силуэты и джинсовая юбка, и это юбка плиссе. И к ней мы добавляем очень лаконичную вещь, водолазка, оформленная принтом. Вам кажется, что это кружево, а на самом деле трехмерная печать в несколько тонов, которая создает объемный эффект. Тоже наше ноу-хау, мы делали специальный орнамент для этого. Выглядит, как будто это дорогое кружево, а на самом деле это очень практично, удобная водолазка. Как всегда вискоза, как всегда эластан. Мы комбинируем в модном образе с ботинками на массивной подошве, но можете тоже с каблучками, будет такой действительно new look, диоровский силуэт. Спасибо большое, Майя. А я сейчас хочу продемонстрировать силуэт в этом костюме, как было на Софии, на элегантном размере. Полина,
Так как свободный силуэт создает такую почву для воображения, это очень удобная конструкция, потому что вы можете носить ее на самом деле не только как костюм и с юбкой, вы можете носить его и с джинсами. Это универсальная ткань, букле из нескольких оттенков. Молочный, аж фирменный, с черным и идеально сочетается с черной обувью. Итак, на Полине в элегантном силуэте этот костюм выглядит так же привлекательно. Спасибо, Полина. Майя нам уступает место и выходит на подиум Софи. И здесь я хочу обратить внимание, как работает юбка-карандаш. 3/4 остромодная длина с разрезом сбоку. Почему 3/4 это самая модная длина? Да потому что она акцентирует внимание на самом узком месте ножки женской, на щиколотке. Она подчеркивает изящество. В этом особенность этой длины 3/4, да плюс еще разрез, он игриво смотрится. И мы в этом образе соединяем юбку с нашей фирменной уникальной трикотажной коллекции. Это поло с V-образным вырезом, без пуговиц, кстати, это очень удобно, с отложным воротничком и та самая лапша. Да пусть простят мне искусствоведы мой простой язык, но мне очень нравится это название. Он с легким отблеском, такой, знаете, как будто оттенок экрю, жемчужный. Прекрасный образ. Вроде бы все очень строго, но при этом очень привлекательно. Ну что же, Полина, спасибо большое. Я приглашаю на подиум Майю, где хочу показать работу жакета в этой капсуле. Капсула строится на основе классического черно-белого стиля ткань букле Шанель. Смарт ткани, будет очень комфортно носить. И здесь, смотрите, какая контрастная игра пропорций. Объемный, вот это даже есть такое слово, черепаха, силуэт шарообразный в жакете с сборкой на спущенном рукаве. И мы видим свободную играющую в полете плессированную юбку. С ботинками или с туфельками будет очень смело. Очень хороший образ. Ну что же, спасибо, София. А мы продолжаем наш показ. И на подиуме выходит Полина в моем любимом кардигане. Это просто must-have сезона. Напомню, что он у нас в трех цветах. В черном, в молочном и бежевый цвет. Актуальная пропорция, укороченный кардиган. Есть еще такой свитер. И это вискоза найлон. Напомню, что мы используем натуральный материал и его армируем нейлоном. Нейлон – это очень дорогой синтетический материал. И, конечно же, акцент – это пуговицы под черепаху. Ну, прямо полный комплект актуальных модных тенденций, как мы всегда делаем в наших коллекциях. Иванна уходит, Майя уходит. А мы приглашаем на подиум Софию. Моя дорогая, ну что ты не одела свое манто? Меха не надо прятать в гардеробе, девочки. Меха надо носить. И хотя выглядит это как норковая шуба, на самом деле это кардиган. Да, это кардиган, но выглядит он как норковое пальто. Мы ему придали удлиненную пропорцию в стиле минимализм. Смотрите, как струится. Прям так и хочется погладить. Форма воротника очень простая, лаконичный отложной воротник. Накладные карманы. Просто можно завязать на пояс. Пояс мы где-то потеряли по дороге. Но и идеально сочетается с нашими черно-белыми вещами. И наши актуальные леггинсы в коллекции. Леггинсы всегда должны быть в гардеробе, потому что они идеально сочетаются с туниками, с длинными блузками, с короткими платьями, с кардиганом. Черно-белый образ, сапоги на каблуке, стремительная, современная, энергичная и при этом очень практичная, комфортная. Это такая одежда, которую мы создаем для вас, дорогие консультанты Faberlic. Полина, спасибо. Я приглашаю на подиум еще один практичный с точки зрения цветовой палитры лук. На Иване джемпер жаккардовой вязки. Он двухцветный, в нем сочетается черная и белая нитка. По бокам разреза мы тоже их оформили пуговицами под черепаху. Ну и вот этот объемный силуэт, комфортный, черные манжеты и воротник гольф идеально комбинируются с юбкой плиссе. Массивные ботинки подчеркивают такой смелый студенческий образ, динамичный. Но, опять же, повторяю, можно носить эту юбку и с
туфлями на каблуке или сапогами на каблуке. Это будет более элегантно и приемлемо и для офиса, и для строгой ситуации. Вроде бы такая строгая цветовая палитра, а Ивана выглядит так уверенно в себе. Я приглашаю на подиум. Ивана, спасибо, присаживайся. Делаем красивую композицию. Майя и Полина ко мне присоединяются в тех самых анонсированных мною джемперах. Это джемпер вискозы найлон, свободного силуэта и укороченная пропорция. Идеально комбинируется с брюками прямого силуэта из капсулы Smart. Это все трикотаж, это все очень комфортно, строго по цветовой палитре и выглядит очень убедительно. Я доволен. Девушки, спасибо вам большое. Идем переодеваться, чтобы мы могли продолжить показ, потому что у нас следующая капсула, в которой мы сочетаем несколько разнородных, но очень актуальных модных трендов, которая выходит в 12-м каталоге. Майя в свободном объемном джемпере, который выполнен в технике жаккард. V-образный вырез оформлен орнаментом, который вывязан, это не принт, это прямо вывязанный орнамент в стиле барочных арабесок. И обратите внимание, наполненный рукав, а брюки прилегающего силуэта. Это те самые незаменимые лосины, которые должны быть в гардеробе каждой девушки, потому что они идеально подходят и под тунику, и под мини-платье, и под длинную блузку, и под джемпер. С высокими сапогами действительно это получается такой а-ля амазонка образ. И у нас это, эти лосины сделаны из ткани высочайшего класса Пунта Рома. Это вискоза с большим количеством эластана. Они очень хорошо тянутся, прилегают к телу. А теперь мы продолжаем тему. И, как вы видите, здесь мы замешали два удивительных цвета. Наш фирменный бежевый оттенок, нюдовый, и насыщенный изумрудный. Посмотрите, как это идеально совпадает по эстетике, хотя, посмотрите, ботинки и джинсы из весна-лето коллекции, кстати, посмотрите на сайте, может быть, еще есть эти брюки или ботинки, а джемпер из осенний, и все это идеально совпадает. И, кстати, V-образный вырез глубокий, можно носить этот джемпер и на голое тело, а можно носить и с рубашкой, стиль преппи. И резинка на поясе, и рукава на манжетах широкие. И все это подчеркнуто красивой каймой в три цвета. Бежевый, изумрудно-зеленый и тонкая молочная полоска. Спасибо, Иван. А я хочу пригласить на подиум Полину, чтобы показать, конечно же, вещь, которая в гардеробе каждой девушки должна быть. Это блузка из хлопка, которая отличается тем, что у него матовая сатиновая поверхность, много эластана, тот самый Питер Пен, мой фирменный романтичный воротничок. Рубашка полуприлегающего силуэта, ее можно заправить в брюки. Здесь мы их видим, опять же, с моими любимыми джинсами силуэта бананы. И посмотрите, как потрясающе комбинируется с ботильонами вязаными. Идеальное сочетание, но просто безупречный образ. Спасибо большое, Иванна. Полина занимает ее место, а к нам присоединяется София, чтобы показать, как это работает в эфемерном силуэте. Ты хоть завтракал сегодня, куколка моя? 40-го размера, ну, конечно же. И здесь мы к рубашке добавляем наш фирменный модный акцент. Это кружевной воротник на завязке. Его можно носить как белый с белой рубашкой, а можно, видите, в контраст к любой цветной рубашке из нашего гардероба, из нашей коллекции. Белые кроссовки на массивной подошве. Это, опять же, дань модному тренду, уличная стритвирная коллекция. Энергичная. Вот это вот удивительное эклектичное сочетание разнородных по природе вещей дает смелость, неожиданность, пластичность. Но в этой композиции вы видите, что главный цветовой акцент в этой капсуле темно-зеленый. Я хочу показать еще одну вещь в этом цвете. Майя, спасибо. В образе амазонки она элегантно дефилирует мимо нас. София занимает ее место. И вот здесь моя любимая водолазка лапша. Вискозный трикотаж с эластаном, с отливом. Прилегает к фигуре, так хорошо ее подчеркивает. И опять же с моей любимой юбкой трапеция, завязка кулек, кулиска,
массивные ботинки, все такое хулиганистое, студенческое, как мне и нравится, и всем вам рекомендую. И у нас это хорошо продается. Опять же, мы видим акцент на зеленый тон, потому что это актуальный тренд, и он создает такую вибрацию, энергию. Да, осень скоро, не за горами, но у нас же с вами смарт-жара, смарт-лето коллекция, и преемственность очевидна. Полина, спасибо большое. К нам присоединяется... Майя, я тебя прямо не узнал. В этой Панаме модное шапо, ля шапо. На самом деле это Панама из экологической кожи. Ну и, конечно же, это нюдовый оттенок, который мой фирменный, он во всех моих коллекциях есть. И чтобы его закрепить, давайте увидим джемпер в стиле амазонка на Полине, который тоже сделан в нюдовом цвете. V-образный вырез, который подчеркивает декольте, оформлен жаккардом. Это еще раз не принт, это жаккард, это вывязано. Джемпер, как всегда, сделан из инновационного материала. Это вязаный трикотаж на основе вискозы с нейлоном. И посмотрите, как здесь тоже сочетается с лосинами. Уже черного цвета, контраст бежевого с черным, базовые вещи с высокими каблуками. Выглядит очень эффектно. Вы входите и занимаете собой все пространство, как делают это наши девушки сегодня. Полина тоже заметила, что на Софии шубка. Тебе тоже хочется шубку? Ну иди, примерь. София демонстрирует хит нашей коллекции. В черном это было отлично, а в нюдовом бежевом так вообще восхитительно. То самое пальто-кардиган-шуба, который выглядит вообще как норка. Можно носить как с элегантными классическими вещами, как мы это демонстрировали в капсуле Smart, так и с уличным стритвирным образом. Вы видите ту самую ля шапо, как я ее называю, на Майе из эко-кожи, а здесь тон в тон из эко-меха. Модная хитрая вещь, которую можно носить как с пальто, с кардиганом, можно носить и зимой, кстати говоря, с курткой. Выглядит очень здорово. Полиночка, ну давай посмотрим, как ты пройдешь уверенной походкой. Потому что такие вещи, конечно же, придают уверенность, когда на женщине красивые вещи, прекрасный макияж, который делает Наталья Бинат. Сейчас мы, кстати, к ней вернемся. И все, что мы создаем для прекрасных дам, то это вселяет уверенность всех. И в женщин, и в нас, мужчин, рядом с такими прекрасными красавицами и умницами. Вы думаете, это финал? Нет, еще не все. Сейчас девушки нам переоденутся, чтобы показать самую удивительную коллекцию в нашем ассортименте. Итак, Полина, София, Иванна, Майя. Розовый, желтый, фуксийный, ярко-зеленый. Вроде бы простые вещи, но в них очень глубокий смысл. Эти свитера частично сделаны из материала, который выловлен в Тихом океане в виде нейлоновых сетей. Что такое смарт? Мы смарт-компания, мы смарт-люди, умные, ответственные. И глобальный тренд – это ответственное отношение к экологии и к глобальному климату. И мы, как компания международного класса, которая работает в десятках странах мира, естественно, вносит свой вклад в экологическую ответственность за то, что происходит на нашей планете. И мы создали эту коллекцию, посвященную этому важному, умному направлению. Это вещи со смыслом, как все, что мы делаем в нашей компании. Вы думаете, это финал? Нет, девочки, переодеваемся. Я же вам обещал анонсе сюрприз для Натальи Бинат, который делает всех наших женщин красивыми и счастливыми. Коллекция Glam Team поддерживается специальной лимитированной капсулой футболок Glam Team. Девушки, присоединяйтесь. Я обещал, помните, в анонсе сюрприз Натальи Бинат. Наталья, мы тебя любим. Мы так гордимся за то, что ты делаешь для всех женщин нашей страны и мира. Ты делаешь лучшую декоративную косметику. И тебе в подарок мы делаем эту лимитированную коллекцию футболок Glam Team. Это специальные футболки для селфи. Я, конечно, пользуюсь служебным положением. Хочу сделать себе селфи на память с такими красивыми девушками. Лучшие красивые девушки живут и работают в Faberlic. Ну что же,
селфи на память. С вами был фэшн-директор Фейберлик Андрей Бурматиков по совместительству фэшн-крестный. До встречи!